Доброго ранку, ми з України. Вчора попалось відео, що русські реально планують праздновать День позора 9 мая. Реально тренируються самоліти танзетками, марширують дівчатки в чорній формі, схожі на СС. Ну, взагалі, какой-то сюр. Тобто, ніхто не говорив їм, що праздновать победу, відмічати во время війни как-то заранее нельзя. Плохая примета. Не знаю, что они покажут, но, честное слово, как они это будут подавать. Парад военных с холодильниками там, или колонна сворованных КАМАЗов с зерном из Херсонской области. Ну, вообще, а что будут говорить? Позорная победа, позорная война, не можем повторить. Дурдом. Дурдом солнышко, я так понимаю, это еще будут крутить везде во время войны, во время того, как они убивают мирных граждан, они будут праздновать День Победы. Наверное, нажрутся все опять, будут там кричать. Деды воевали, деды наливали, не знаю. Катастрофа. К нашим вопросам. Действительно спокойно. Два обстрела, которые были без жертв, сейчас только что прилетела еще одна в район там, за городом. Буду узнавать, что происходит. С компенсациями жителям решили. С интернетом разобрались точку, не знаю, можем ли починить или позволят ли русские дальше транслировать интернет для Херсонской области. В целом спокойно, трудимся. Ну, день позора, это, конечно, блин, будет 6 дней осталось до этого. Будут следить за ситуацией, то, что они там планируют, ну, катастрофа какая-то.